На место происшествия выехали подразделения МЧС и другие службы экстренного реагирования. Со стороны склона была повреждена контактная сеть. На железнодорожных путях лежал полутораметровый слой грунта и упавшие деревья. Спасатели и железнодорожники оперативно устранили последствия. После полуночи движение поездов было восстановлено по одной полосе. Несколько поездов, в том числе до Москвы, Саратова и Владикавказа, вынуждены изменили свой график следования. Теперь они будут нагонять упущенное время, сокращая стоянки.